Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографии. Стивен Винсент Митчелл. Вот что написано на сайте художника. Зачитываю. Художник Стивен Винсент Митчелл родился в Бристоле, Англия. Детство провел на юго-западе Англии, а затем переехал в Литву, где живет до сих пор. В 1992 году запой закончился госпитализацией и предсмертным переживанием, во время которого художник был удостоен момента прояснения своего состояния. Этот опыт стал катализатором, изменившим его жизнь, и он начал выражать искусство, которое мы видим сегодня. Его карьера началась в мире татуировок, а позже он продолжил выражаться через живопись и скульптуру. Он находился под влиянием невидимого и мистического, его жанр – теневая природа жизни. С 1999 по 2007 год Стивен Винсент Митчелл регулярно брал творческий отпуск, посещая США, Канаду, Непал и Индию. Проводил время с коренными народами этих земель, а в Индии останавливался у тибетских беженцев. Имел честь быть принятым этими народами, чьи традиции, ремесленные навыки и мистическое искусство исцеления были включены в его искусство. В начале своей карьеры он предпочитал выставляться в таких местах, как часовня морга, а не в традиционной галерее с белыми стенами. Эти первые выставки выросли и превратились в его инсталляции в стиле Бордо. Выставки в Бордо и в Национальном художественном музее Чурлёниса принесли ему международное признание. В 2014 году открывается его музей Бордо в Кернаве, внесенным в ЮНЕСКО в список всемирного наследия. «Мы все живем в Бордо, но не осознаем этого», сказал Митчелл в 2015 году. Вот так вкратце о Стивене Винсенте Митчелле, художнике. Текст с его сайта. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.